Добрейшего утреца, еду в Мечково я. Тренировка там у меня еще небольшая, часовая, о которой я забыл, к сожалению. Но сейчас проведем ее. Красавчик! У нас тренировочка идет, так сказать, перед подготовкой бурят. Я, кстати, тут продолжаю устанавливать температуру в пука. Сейчас будем вот сюда куда-то делать эту историю. Интересненько. Нашел вот такую штучку, это от соленоида буста. Решил прикрутить ее тоже в коллектор, потому что нужен где-то вакуум брать для этого топливного регулятора. Вот будет отсюда. Ведутся работы по доустановке системы пожаротушения. Форсунок мы тут понаставили. Если что-то пыхнет, мы как все это потушим. И арбишники должны ликовать, потому что у меня вот гусь пошел. Вот здесь вот гусь пойдет, и как-то вот сюда вот он и попадет. Вот, а сюда, блин, нужен еще один 90-тик, и мы в шоколаде. Можно сказать, что тру-ля-ля, молодцы. Работа кипит, и чтобы успеть на первый этап RDS-GP создать эти вот гуси, лебеди, нам на помощь приехала сама Фокси из Владивостока. Вот сидит, руководит, так сказать, процессом. Такая здоровенная кобыла, отойди, не видно. Короче, мы протянули шланг. Да, жопу отпилили. Добавляем воду. Буст пошел. Пошел буст? Нет. Вызывается плохо. А, давай, давай. Вошла вода. Бородач, ну ты вообще закрадил мне всю сторис. Пошла вода? Красава. До краев давай. Кола у нас на спонсорстве есть здесь. А здесь у нас будет Red Bull, короче. Чтобы перло. Это авторитетный, короче, эвакуаторщик. Значит, у нас подоехал. Возьмем рулетку. Пойдем глянем, что там подвезли у нас. Раз эвакуаторщик приехал, значит, что-то он где-то эвакуировал. И эвакуировал к нам. И первый. У Ярика. Валик, не знаю. Короче, Марчелло, тигра, который. Обновил цвет. Ну, вот чуть-чуть подлатали. Скажем, это спортивная покраска, вы знаете, не для выставок, но он стал одноцветный. Мы его сильно не равняли, как бы мятый был, так и остался, но цвет имеет место быть. Как вам цвет вообще с моего андроида? У нас опять небольшой перерыв от подготовки. 45 минут занятия прошло. То, что хотелось бы, не получается пока. Получается какая-то песня-пляска. Андерстир. Вы думали, мы все? Доширак, пища богов. Чипупель это я лишнего взял, у меня с колбасочкой. Ну, блюдо дня. Опускаем эту бобуйду, прокачали в аду. Семнашечки страшненько смотрятся. Думаю, можно на пикап вот эти семнашки поставить. Что скажете? Ну и тут заехали, короче, эти БМВшники. На SX-ах. Бесят меня они. Максимально. Особенно вот этот вот. Ведется глубокая доработка рычагов, чтобы ворота не упирались. И будет потом писечка. Писечка. Все мы помним мою стенсуху-фитуху. Где здесь в Жуковском драк есть какой-нибудь ночной? Я решил бублы вот такие одеть на диски, вот на вот эти, на красоту. Ох, 245-65. 13-й год, резина. Ух, пушка.
Так давай тогда. Так, тут у нас авиамакетирование, моделирование. На что переобуешь? На 17. А тут идут вопросы. 17 или 18 вперед, короче. Вайсфаб, кастер двигать вперед или нет, первая модель? Ну-ка, специалисты, что по вайсфабам? Какие настройки силовые, первая модель? А я собираюсь домой. С воротами проблема, очень мало. Рычаги надо там обрезать, выпиливать. Они очень, короче говоря, жирно сделаны. Надежно. Ну, куда это, смотрите, это по стоку чисто двигаемся. Будем в этом направлении работать. Работаем здесь тоже. Сейчас делаем этот самый торпеда, панель, кнопочек сюда. Из Виктора макетировали все это дело. Поставил колеса, получается, да? 245, 65, 17. Перед 8 дюймов, зад 9. И по колее можно ездить спокойненько. В сравнении с 65-ми 10-11 дюймов. Вы понимаете, что это просто фартумасти? Я врываюсь на новых десочках 17-х во двор. На удачу, а тут место есть, припарковаться в час ночи, или сколько сейчас, из одной минуты час, это везуха.